Доброе утро, новый день, еще один день на морюшке, вон оно какое красивое, посмотрите. Вот. Потом поснимем вблизи, не знаю, как там. Вот, ну всякие, уже мы искупались, пришли и валяемся вот сейчас. Ну, Саша играет головой вниз, с камнями, у нее там целая страна. Сижу, отдыхаю. Сейчас погреемся и обратно искупаться. Хочу сегодня вам показать цены. Цены в Адлере 2021 года. Покажу вам, во сколько нам обойдется обед и ужин. И также мы зайдем в магазин. Я сделаю быстренький обзорчик. Поняли. В связи с тем, что такая ажиотация, прям какая-то чумовая, там везде в новостях передают. Мне даже мама спросила: Ира, что у вас там с ценами? Я говорю: мама, ну порядок дешевле, чем в Москве. Просто, чтобы не быть голословной, я хочу показать. И каждый для себя сам оценит, какие это цены. Я их сравниваю, безусловно, с московскими. Других я не знаю, поэтому вот. Сейчас время обеда, пляж немножко припустил. Сейчас посмотрим после обеда, как мы встаем, идем завтракать, потом приходим в номер, лежим. И только потом чешем на пляж, то есть как раз к обеду. Вот, мы отдыхаем. Санаторный курорт. Сижу, повыше подняла, тут вчера полосочку себе загорала. Это ты? А где Сонька? О, что там целая семья у нее. Это папа. О, большой. Боюсь представить, какая мама. Прилично. Пойдет. Играет с камушками. На качельке. Да. Это шезлонг. На нем можно качаться просто бесплатно. Если вы хотите целый день качаться, покупайте. Солнце особо горячее. Вот если бы не ветерочек, вот я ухожу сюда, прячусь за домик. И вот тут вот ветра нет. Пипец. Как на сковородочке, честное слово. Так что хорошо, что есть ветер. Мама, помыли. Настя! Отдай их мне, я ушла без них. Ловите тапку, стоит 5 рублей. Тут что-то почти за даром. 5 рублей. Сейчас одеваем такие у меня тапочки для купания. 10 рублей, а один тапочек 5. Вот. Даже я абсолютно не могу ходить по камню. У Саши бегаю, Леша ходит. Я не могу. Поэтому, ну, у нас у всех есть такие протапки. Это вот в июне уже. Знаете, что в августе? Я даже не представляю. Сейчас вам с моря покажу. Медуза? Да. А я не кусаюсь. Медуза. Пока я съем. Давай, я медузу. Вот, стопа. Вот. Одиннадцатое июня. Девочка моя. Ну что, или туда пойдем? Тут? Подожди, у меня одна рука занята. Одна с этим. Как будем поступать? У меня одна рука занята телефоном. Вторая у меня круг. Я звоню. Отдай. Отпусти.
Руку давай мне. Подожди, я тоже спускаюсь. Минутку. Круг сверху одеваем. И как учились? И как учились? Холодно? Нет? Лягушечка. Смотрите. Лягушки-квакушки. О, как молодец. Нет, еще рано, еще 4 часа. Ой, мам, через час пойдем? Через час мы пойдем с папой встречаться. На обед. Завтра, может быть, Зай. У нас сегодня ногти с тобой. Мы как с тобой вообще собираемся спланировать день? Все хотим. И пенную вечеринку, и на ногти, и на лодке, и на чем только, и все успеть. Да. Самое главное правило, держимся за круг. Смотри на меня, Настюш. Настюшки. Добрый день. Добрый день. О, волна! Уходим, это холодно. Как горизонт-то поймать? И сейчас как-то хорошо в воде. Совсем прекрасно. Либо мы погрелись очень хорошо. Нет, вообще народу много, вода хорошая. Купаться можно, честно скажу. Это ж я с колокольни, знаете, как для ребенка. Потому что дети не вылазят. Просто до синих губ. Смотрите, сколько людей. Это июнь. Всего лишь 11 число. 2 года назад такого не было здесь, на этом месте. Короче, я учусь плавать. Ты пока, Настюш. Тут им сделали вот такой закуточек с буёчечками детским. Ну, правильно, с одной стороны. Да. Чтобы они не уплывали никуда, и, наверное, это правильно. Прикольно же! Мама, я научилась. Себя в ленту лохматую. С водичкой. Надеюсь, нас больше не накроет такая волна. Мне страшно! Накрыло. Звездочки такие. Две розовые и голубенькая. Мама, это круто, я научилась на волнах лежать. Да, на кругу лежать ты научилась. Круто, круто. Круто. Вот они все. Красоточки, красотулечки. Васякин? Вообще, кайф, конечно. Вот сейчас вода вообще офигенная. Мы уже, наверное, минут 15 в море. Шумят, шумят. Такой вот обед, как он есть. Чечевица с печенью, супуха, попкейки с джемом, салат, шашлык, круглая картошка, 2 компота, соус. И все это стоит 771,46. Так, вот маникюр, гель-лак с паутинкой на безымянном вале 1100. Снять и покрыть. А, туда в каравай. Да, уже ориентируется.
А 2 года назад мы жили вот на той стороне, вот в этом красном здании. Так, пойдем в каравай. Я же обещала обзор цен. Ну, Сяша, подожди. Значит, будет обзор цен. Цены так цены. Берем корзинку. Поехали. Давай. Давай. Капуста 39,90. Огурцы 99,150. Смотри, какие помидоры. Они, правда, выглядели хорошо. 179. 119. Давай, бери пакет. Вон висят пакеты. Выбери себе несколько мандаринов. Мандарины, кстати, 189. Мандарины. Бананы. 79,90. Это цена на арбуз, которого пока нет. Нет, бананы давай не будем брать. Если хочешь, 2 штучки. Нет. Не хочешь? Не. Пойдем. Молочко. Не сыры. Ломтика. Майонезы. Ломтика нет твоего? Да, моего любимого. Вот. Даже нет, сейчас. Молоко, мацони. Кефир у меня еще есть. Кефир. Возьми сок. Детские соки. Пюрешки. Поехали дальше. Круп. Ой, папа, когда ты сделал? Смотрите, макароны. Люди, какой у меня отдел нелюбимый, смотрите. Мам, смотри, вот это мой отдел нелюбимый. Нелюбимый, да. Люди! Кстати, масло дороже у нас, чем в Москве. Люди, смотрите, какой мой нелюбимый. Да, мы поняли, пойдем в мясо. А вот хлебусы. Приправы. Настюш, давайте эти возьмем с этим специям. Сейчас возьмем Москву каким специям. Вот эти вот кирпичики, хлеб, кирпичики. Ну, у нас мы сосиску в тесте взяли. Если бы ты съела, я бы взяла. Лаваш армянский. Ой, мягкий. Если бы с сыром, с помидорами. Свинина. Мама. Выска. Мама, смотри, мама. Свинина. Мама, говядина. 387. Лопатка на кости, на супчик. Антрекот 375. Мам, рога 355. Смотрите, мякоть 498. В Москве такие цены. Шея 387. В Москве нет таких цен. Смотрите, вишенка. Пойдем дальше. Салаты с оленьем. Помидорки, капуста, грибочки. Кулинария, пожалуйста. А мы какой чай? Бутылки. Бутылки бери. Настя, ты бросила все посреди этой прохода. Что, есть силы? Бери зеленый. Зеленый. Вот воды.
обещание, без акций, конечно, чуть подороже. Но тут прям курортная зона. Чуть дальше есть Пятерочка, там цены подешевле. На скафы по акции, пожалуйста. Смотрите, а тут бутылочка. Водичка. Мама, это не я. Это так получилось. Она вот тут лежала. Так что цены? Цены офигительные. Не вообще в Москве таких нет. В Москве по 1000. Ну, не до такой степени нет, ты там расскажешь сейчас. Нет, но все равно гораздо, как бы, цены абсолютно приемлемые. Все, теперь мы на кассу. Надеюсь, больше показывать особо чечнечко. Клубника 200. 250. Отборная 300. Пошли. Поэтому никакого космоса. Купили мы. Что мы купили? Липтон чай зеленый. Да. 44,90. Сосиска в тесте по 40 рублей 120 рублей. Ну, вся же куда-то уволокла. Они прям горячие, кипяточные. Да. Там своя эта пекарня. Дальше капуста квашеная на 37 рублей. Вот такой сверсточек. Приправа для мясных блюд 74 рубля. Это вот такую я взяла, вот большую. Дальше. Лавровый лист. Огромный пакет. 102 рубля. Он очень здесь ароматный. А, сок фрутоняня по 32 рубля. Один 32, другой 29. Это уже где-то у Нусяки. Волочно. Чупа-чупс 19 рублей. Смесь 5 перцев. Горошечка. Большой пакет. 55 грамм. Стоит 218 рублей, наверное, самое дорогое, что мы тут взяли. Потому что колбаса батончик докторской стоит 177 рублей. И приправа для плова весовая. Вот. Стоит 105,28. И 5 мандаринов на 87 рублей. Итого 1044 рублей.